Здравствуйте и позвольте внести. Останки российской журналистики, покоящиеся под обломками саркофага Востанкина, перестали удовлетворять гражданское общество в России. Нужно создавать свое независимое гражданское телевидение. Но, к счастью, у нас есть вы. А у вас наверняка есть видеокамеры, на которые вы сможете снять репортажи, интервью и комментарии о том, что происходит в вашем регионе и в вашем конкретно городе. После чего прислать нам на Политвестник ТВ по адресу politvestnik@gmail.com. Мы смонтируем ваш сюжет, наложим закадровый голос и покажем на нашем канале. Уверены, что вместе нам удастся сделать настоящее независимое гражданское телевидение.